Современного человека с рождения окружает великое множество устройств и машин, работающих от электричества и всесторонне обеспечивающих его жизнь. Человеческая цивилизация, ее сегодняшний облик и дальнейший прогресс просто немыслимы без электричества. В современном мире электричество и жизнь взаимообусловлены и неразделимы. Помним, что электричество появилось около 180 лет назад. За это время из малого изобретения образовалась целая индустрия производства, передачи и распределения электроэнергии. Все вместе это стало называться электроэнергетикой. Таким образом, электроэнергетика включает в себя генерацию, передачу и распределение электрической энергии. В соответствии с этими функциями и строятся современные энергосистемы. Высоковольтный ввод – это проходной изолятор сложной конструкции, содержащий в себе самостоятельные элементы внутренней и внешней изоляции. Предназначен для изоляции проводов и шин высокого напряжения при их вводе или выводе из силовых трансформаторов, реакторов и выключателей или проходе через стены и перекрытия зданий. Высоковольтный ввод является важнейшим элементом любой системы производства, передачи и распределения электроэнергии. От совершенства его конструкции и уровня технических характеристик напрямую зависит надежность работы энергооборудования и, как следствие, бесперебойная подача энергии конечному потребителю. История электричества, благодаря исследованиям и открытиям Эрстеда, Ампера и Фарадея, началась в 1831 году, а спустя 65 лет, в 1896 году, в Москве был основан завод «Изолятор». Наша история воплотилась в бесценный опыт и прочный фундамент будущего развития, положив начало новому этапу в жизни компании «Изолятор». Предприятие 21 века. Сегодня компания «Изолятор» – крупнейший производитель высоковольтных вводов и при этом единственный производитель вводов на сверхвысокие классы напряжения на территории России и стран СНГ. Здесь разрабатываются и производятся вводы для всех объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии. Цеха завода оснащены самым современным оборудованием от ведущих мировых и российских производителей. Высокотехнологичная производственная база позволяет выпускать более 12 тысяч высоковольтных вводов в год. Волей судьбы мне дана возможность внести свой вклад в развитие завода «Изолятор». И сегодня я руковожу профессиональным и сплоченным коллективом единомышленников, людей, преданных общей миссии, разделяющих общечеловеческие и корпоративные ценности. Люди – главное богатство нашей компании. Мы уважаем индивидуальность каждого и стараемся создавать условия для развития талантов и способностей сотрудников. Коммерческий отдел – одно из важнейших подразделений в структуре завода. Его основная задача – удовлетворение потребностей конечных пользователей. Высокопрофессиональная, сплоченная команда специалистов отдела прилагает все свои силы для того, чтобы сохранить и усилить позиции изолятора на рынках энергетического оборудования России и всего мира, динамично наращивать объемы продаж и расширять клиентскую базу предприятия. Специальное конструкторско-технологическое бюро осуществляет модернизацию и разработку новых типов высоковольтных вводов, а также проектирует вводы по индивидуальным заказам. Испытательный центр высоковольтного электрооборудования «Изолятор» в обязательном порядке проводит электрические испытания всей продукции предприятия. Сервисный центр «СВН-сервис» занимается гарантийным и постгарантийным техническим обслуживанием оборудования, поставляемого заводом. Предназначение и генеральная линия развития компании «Изолятор» заключены в ее миссии. Мы создаем основы для стабильного и устойчивого энергообеспечения всего общества и каждого человека.
Ассортимент продукции очень широк и включает в себя все основные типы вводов как переменного, так и постоянного тока, работающие в средах воздух-масло, воздух-воздух, масло-масло и воздух или газ. Предприятие выпускает вводы с РИП, РИН, бумажно-масляной, масляной или газовой внутренней изоляцией. При этом внешняя изоляция может выполняться как полимерным литьем, так и применяться в виде фарфоровой покрышки или полого полимерного изолятора. Все вводы сертифицированы как по российским, так и по международным стандартам и могут поставляться в любом климатическом исполнении. Компания «Изолятор» стремится быть мировым лидером в разработке, производстве и внедрении современных технологий в энергетике. Применение собственных запатентованных технологий, использование только лучшего в мире оборудования и материалов, работа высококвалифицированного персонала и поэтапный контроль процесса производства гарантируют высокий технический уровень и качество продукции завода «Изолятор». В сегменте генерации вводы предприятия успешно работают на большинстве гидравлических, тепловых и атомных электростанций. В сегментах передачи и распределения электроэнергии партнерами «Изолятора» являются ведущие предприятия магистральных электрических сетей, а также большая часть региональных и муниципальных электросетевых компаний. В отдельной группе заказчиков находятся ведущие российские и зарубежные трансформаторные заводы. Сегодня около 30 стран мира являются потребителями высоковольтных вводов «Изолятор». Завод «Изолятор» динамично идет по пути инновационного развития за счет внедрения передовых экологичных технологий, применения новых видов сырья и совершенного оборудования. Предприятие уверенно смотрит в будущее, а его сотрудники дружной работой вносят вклад в решение общих задач, главные из которых – расширение присутствия предприятия на мировом рынке, повышение конкурентоспособности продукции, рост прибыльности. Успех партнеров – основной приоритет развития компании «Изолятор». Завод «Изолятор». Вековые традиции, современные технологии.